Так, решил снять небольшое видео на тему электрогидроусилителя руля. Данный ГУР был снят с Volkswagen Polo марки Koya, поступил в ремонт и был успешно отремонтирован. Рядом лежит точно такой же ГУР в разобранном виде. Вот, кому интересно. Плата силовой развязки, основная плата с этой стороны, с этой стороны, кому интересно. В общем, были там перепаяны конденсаторы, резисторы, датчики холла. В общем, в подробности даваться не буду, видео не об этом. Хочу рассказать о том, как его запустить на столе. То есть мы его починили, вроде бы все в порядке, все хорошо, и чтобы к машине не бегать 10 раз там, подключать, отключать его, а запустить его на столе. Так, значит, ну, для проверки у меня есть два вот таких адаптера: ВАКОМ, который работает с Васей диагностом, и вот такой адаптер, купленный на сайте kanhacker.ru и работающий, в принципе, с одноименной программой Kanhacker. Является этот адаптер, в принципе, эмулятором коншины, то есть с помощью него можно записать полный лог коншины на заведенном автомобиле, то есть перехватить все пакеты данных и потом их воспроизвести. Значит так, ну давайте проверим, подключим его к Васе диагносу. Адаптер у меня уже подключен. Качество видео сразу хочу сказать, у меня очень плохое в данный момент, нету возможности снять на хорошую камеру, потому что под рукой только такой фотоаппарат. Нужно ГУР нужно скорее ставить на автомобиль и растягивать все это, в принципе, нету времени. Так, усилитель руля. Наверное, плохо видно, но блок управления отвечает, все в порядке, блок управления работает. Все это закрываем. Теперь подключаем адаптер, вот этот Kanhacker. Почему я его не подключил сразу? Потому что почему-то он конфликтует с ВАКОМом. То есть, если их одновременно подключать, он начинает что-то тупить, глючить, непонятно. Ну, в принципе, не принципиально это делать. Так что отключаем ВАКОМ. Все проводочки. Подключаем вот этот адаптер. Так, USB. Сейчас, секунду. Так, вот, подключился. И попробуем сейчас его запустить. Сейчас поправим все. Проверим. Заходим в программу Kanhacker, подключаемся к адаптеру, есть такой значок. Но все это поподробнее, кому интересно, можете узнать на сайте kanhacker.ru. Все описано. Так, загружаем наш лог, сделанный из заведенного автомобиля. В данном случае это был Polo Volkswagen.
Загрузили лог и запускаем его. Диодики замигали. И электромотор запустился. То есть все прекрасно, все работает. Конечно, были различные нюансы с этой программой и адаптером. Ну, пришлось немножко разобраться с настройками, с работой его. Ну, в принципе, все понятно, все ясно. Электромотор крутится, вертится, все работает. Ну, давайте для чистоты эксперимента и повторим момент запуска. Так, вот блок питания я выключил. Включаем. Программа здесь уже запущена. Запускаем лог. Пакеты данных побежали. Светодиодики замигали. И электромотор включился. Ну что ж, могу сказать только большое спасибо коллективу Канхакера. Развития, процветания пожелать, потому что, в принципе, облегчили жизнь, так скажем. Будем дальше тестировать, пробовать на других устройствах. В общем, большое спасибо вам, парни.